Всем привет! Утро понедельника у меня обычно начинается с кофе, и я приобрел себе такую кофеварку. Она простая, как карандаш, сравнительно с другими кофеварками недорогая и кофемашинами. Автоматики нет никакой, единственное, что когда забудете выключить, она выключится сама. И это меня вполне устраивает, больше мне в ней ничего и не нужно. Имеется вот такая съемная сеточка. Несложно мыть. В комплекте идет такой чайничек и ложка. Заливается вода. Ну, если на одну чашку, тут надо... Это будет огромная чашка или... Две обычных. Надо заливать просто меньше. А если больше, то идет уже чайничек. То надо вставлять чайник. Ну, я вот себе заливаю примерно вот, примерно столько. И это будет как раз вот такая чашка. Теперь ставим сюда, в это положение, это на одну чашку. Здесь кофе, ну, вода, жидкость перейдет сюда паром. И она не будет выбегать, пока не откроем в это положение. Сейчас засыпем вот такую ложку на чашку. Все, кнопочку нажали. Эта часть тоже греется. То есть, если мы поставили чашку сюда, пошли собираться, то мы попьем все равно горячий кофе. Греется как это, так и это одновременно. Забыли выключить, через 30 минут она сама отключится. Это и вся ее автоматика. Здесь открываем только после того, как полностью вода отсюда испарится. Вода почти полностью испарилась. Это заняло меньше 2 минут. Вот сейчас остатки все уже догорчали. Тут открываем. Тем самым здесь кофе настоялся, стал более ароматным. Все, готово. Здесь отключается, и кофе готов.